Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Зовут меня Юрий Азаровский, и сегодня мы отправимся с вами через Паралию на закат. Посмотрим вообще, что интересного и красивого у нас происходит. Но самое главное, какие есть новшества. Я могу сказать о том, что вот эти есть деревья, а сегодня многие у нас выпустили листочки, и появляется прям вообще, так сказать, насыщенная, кислотная такая зелень. Это очень круто. В общем, мы начинаем. А вы не забывайте, подпишитесь, пожалуйста, на Яндекс.Дзен, а также ВКонтакте группа Юрий Азаровский и на личную страничку. Также буду рад видеть вас здесь в Ютубе и в Рутубе. В общем, везде, ребят, рад приветствовать. Надеюсь, что мы с вами совершим не одну прогулочку. На календаре сегодня 18.04.2022 год, и мы начинаем. Вот самое клевое и прекрасное, то, что уже появляется первые листочки везде. На больших деревьях, которые высажены у нас по улице Горького, там уже прям вспыхнули они, и еще пару дней все будет зелень. Вот он, пожалуйста, кусты тоже уже выпустили. Зелень, уже они не безжизненные ветки, а вот такие вот зеленые и красивые. Ну и, конечно, сочная трава, ее уже местами стригут вовсю, здесь пока растет бурно причем. Какая красота, сочная, с цветочками. Очень классно, обожаю эту погоду. Везде стоят ароматы весны, особенно когда температура поднимается до такой высоты. Чуть я смотрю, что прибираться пытались, но те, кто здесь подбухивает, я понимаю, что приносят новые бутылки и бросают там, где бухают. Короче, вот такая тема. Борьба алкашей с природой тоже. Здесь появятся не только розочки, ну, я не буду еще благоухать, а вместе с розочками еще появится первый отдыхающий. Гостевой дом Екатерина с одноименной столовой здесь находится. Мы же двигаемся дальше, к Южному кольцу. Чувствую, сегодня может быть или красивый закат, или его вообще не будет. До заката у нас 40 минут. Вместе с цветами распускаются мусорные свалки. Не где-нибудь, а вот Южный проспект. Это Южное кольцо, вы можете увидеть, ну, прям стрёмненько, честно. Прям, блин. А вот, кстати, деревья, о которых я говорил, которые уже прям очень сильно покрываются листочками. Ну, буквально пару дней, и вот эти листья, они очень быстро разбухают, и это дерево будет полностью стоять в зеленой кроне. Это мы возле гостевого дома Ретро сейчас находимся. Здесь на углу уже пекарня, там вот красят столики, наверное, собираются открываться. Гостевой дом Кристина с правой стороны. Слышим звуки болгарок по левой, значит, тоже идет подготовка к сезону. Я хочу рапортовать о том, что в этом году она началась раньше, не в мае, а даже уже в апреле. Да, там тоже ребята, тоже девчонки сидят, что-то обсуждают, наверное, на работу приехали. Вот этот Посейдон, гостевой дом, в котором проживает еще Артур, он тут прожил всю зиму. Уже требуется горничная, кстати, если кто хочет приехать поработать, можете к Артурику обратиться, он вам даст координаты. Как бы жизнь появляется и чище становится тоже. Хорошо, еще щебет птичек, гостевой дом Аида с правой стороны. Кафе Гурман, чистота, порядок, красота. Вот так. Слушайте, сегодня должен быть очень даже симпатичный закат, мне так кажется. Посмотрим, если будет хорошее сочетание, я себе квадрокоптер взял, поднимем, пофоткаем, чтобы такие эксклюзивные фотографии, как сегодня на заставке, стоит получить. Здесь у нас розочки. Эдо, гостевой дом. Дальше Ливия. С левой стороны у нас еще, к сожалению, никаких работ по аттракционам не ведется, но они быстро ставят, буквально за день, за два, поэтому можно не напрягаться. Дальше гостевой дом Южный. Сел на самолетик, прилетел, гостевой дом Корона. И вот зеленые кустики, конечно, очень радуют, не радуют лопухи тут, распухающиеся, нестриженный газон, но зеленые кусты – это просто радость. О, впереди у нас форзиция и первые две живые души, встречающиеся нам на пути. Вот она, красавица, форзиция, цветочки прям пыхивают, эх, какова красота. А там тюльпанчики еще. Любитель цветов получает удовольствие. Уже цветают нарциссы. Там звучит, да, то есть у кого-то еще не зацвело что-то, а у нас уже цветающие нарциссы. О, смотрю, там уже расставляют потихонечку аттракционы в парке. Но в скором времени мы увидим его в полной боевой готовности, потому что походили звуки о том, что все, что-то все пропало, но ничего не пропало, наоборот, все будет еще больше, чем было. Здесь мы с вами находимся возле цветущей черешни, если я не ошибаюсь. Ну, мне так, по крайней мере, кажется.
Выглядит она тоже очень красиво. Так, с правой стороны гостевой дом «Островок», и здесь возле них находится огромное количество деревьев, и все они фруктовые. Я здесь постоянно чего-нибудь ем, когда оно созревает, меня никто не ругает, большие молодцы. Я считаю, что вот так бы везде сажали фруктовые деревья, чтобы отдыхающие ходили, бесплатно кушали. С левой стороны «Грека» работает, ребята, круглогодично, постоянно. И вот смотрите, то, о чем я говорил, о зелени. То есть с правой стороны от «Грека» уже деревья практически летнего вида. То есть в тот момент, знаете, когда хочется, чтобы потихонечку появлялась зелень, чтобы как-то наслаждаться этим моментом, они вот так вот просто бах, и дерево стоит зеленое. Просто вспыхнуло, и уже летнее настроение. Еще пару дней, и все. Я думаю, если бы тепло продержалось, то, наверное, все деревья бы у нас открыли свою листву. Мы выходим на пересечение Южного проспекта и улицы Черноморской. Со свистом входит сюда машинка, и будем делать первые шаги по параллели к морю и смотреть, что интересное здесь появилось, мои дорогие. О, как минимум велосипедов понаставили, ждут своих клиентов. Начинаем наш прогулка. Параллея очень рад. С левой стороны еще все строится. Новый дом страха, друзья. Я думаю, что он будет каждого видеть рад. А мы первый туда сходим. Наверное, будет интересно посетить. Вот вам листики. Свеженькие, красивые. Можно как цветы их выкладывать. С левой стороны Эллада, Гавана Мама, Бистро Бриз. Пока ничего не работает. Византия кафе с левой стороны тоже не функционирует. Магнат мини-маркет не работает. Магазин Руно не работает. Караоке бар. Кисми. Слушайте, там открыто. Ну вот не знаю, работают ли они или просто открылись. Прям даже интересно стало. Наверное, еще готовится. Хотя, может быть, уже и функционирует, собственно, почему бы нет. Нет, работают, ребята. Супер, слушайте. У нас первый бар открылся на Параллели. Можно идти петь караоке. Здесь пекарня, тандыр, пицца на дровах. Вот так вот. Новое заведение, друзья, вас ждет. С левой стороны у нас фрегат. Наверное, тоже скоро откроется. Или, может, даже уже открыт, потому что дверка приоткрыта. Слушайте, по-моему, уже работает. Это хорошо. Афродита кафе тоже готовится к новому открытию. Прям, слушайте, столько нововведений сразу. Здесь сняли уже заграждение, то есть тоже потихонечку готовится к открытию. Здесь перестраивают бордюры. Слушайте, прям везде, везде какие-то изменения. Барная стойка, с левой стороны блины от Романа тоже ждут. Везде, на каждом сантиметре, сейчас идем, что-то меняется. Да. Здесь у нас тоже, мы думали, сносят. Нет, просто реставрация была. Походу, переделывали кровлю и что-то по-другому меняли. То есть хинкальная там, где у нас была. Не знаю, конечно, она здесь будет или нет, но вот так теперь это место выглядит. Ждем, когда уберут полностью все эти торговые ряды. Вот-вот-вот-вот. И мы увидим новое кафе. Также мы видим, что кафе «Ван». Что-то тут идет, какие-то движения. Все перестраивается, все меняется, чтобы стать интереснее, более привлекательной. Очень круто. Магазин «Копеечка» открываться готовится. В прошлом году мы там 1+1 много набирали. В этом году ребята строят бар на улице. Кафе «Встреча» не снимает еще пока забор. Стойко ждут сезона, когда он откроется. Пока вот все тихо-тихо до следующего года, как говорится. «Меридиан». Пожалуйста, ребята, вам «Встреча», детская комната на втором этаже. Там будет развлечение для детей, я так понимаю. Мы сходим тоже потом посмотрим, что ты здесь. Смотрите, какое зеленое дерево уже. И кусты уже зеленые. И все уже классные, прекрасные, ребята. И фараоны на месте. Отлично. Блины, пицца. Тоже, ребята, готовятся, чтобы открыться. Уже ждем. В прошлом году очень интересно, кстати, вот Египет с левой стороны сделали зону рабочую. То есть у них всегда был полный аншлаг. И это хорошо, когда люди сидят, приходят вновь, прям радуешься душой. Смотрим. Зелень, ребята, и листики. Тоже красота. О, слушайте, здесь сегодня на Параллели, я так понимаю, уже ребята открытие отмечают. Пиво, закуски, открыли шашлыки. С этой стороны курортный роман открывается. Здравствуйте. В этом году у нас цена 77 рублей на все. Что так в два раза подорожало? Почему в два раза? Было 57, стало 77. А, было 57, конечно. На 20 рублей. Ну, инфляция, кризис в стране, санкции. Байден во всем виноват. То есть все по 77 получается? Да, свининка, да, курятинка, все.
Сейчас, сейчас имеются, ну, не нажариваете, а чисто нет, так. Да, под заказ. Под заказ пришли, заказали, да. Пожарили. Все, и поехали все лето. Конечно. Остановок не будет. Нет, подожди, сейчас вот 3 дня вообще дожди, плохая погода. Я работаю. Все, отлично. На Парали есть ваш шашлычник. 77 рублей в этом году цена возле Риона шашлычка. Розочки. Розовый, фиолетовый. Серебряно знойная улица. Мы добрались. Здесь пока тоже тишина. Здесь мы никаких основных, так сказать, изменений не наблюдаем. Все осталось на том уровне, как было в прошлый раз. Наверное, пока притормозили к лету, либо что-то заказали, ждут. Где-то туда налево у нас аквапарк Витязева, там никогда ничего не меняется. По улице Светлой будем уже обратно возвращаться и смотреть что-нибудь там нового. Здесь выставили леса, наверное, будут и лампочки менять, или переделать фасад. В общем, мы тоже будем посмотреть, что изменится. Фрукты, овощи, мороженое, кофе. Вот так вот. Кстати, очень симпатично белое сочетание с синим. Смотрится прям классно. Даже частями фиолетовым. Открываются, готовятся новые точки. Здесь тоже вон что-то переделывается. Ролет по пробованной программе. То есть прям все кипит, 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 друзья мои. Тут прям с раздвижными дверями будет магазин. То есть крутяк, выпечка. С этой стороны, то есть в магазин ход, а все остальное, тут ребята будут мутить уже свои движухи. Здесь вот тоже точки переделываются. 20 мая обещают столовую перед пляжем открыть. И мы заползаем на песочек. Здесь много-много кубометров его, как говорится, залетело. Песка. Вот честно, не понимаю, почему каждый год надо убирать. Почему просто не поднять выше, сделать какую-то как ступенечку там. И все, и мы залазим на дюны. О, смотри, кто-то там работает, мусор собирает потихонечку. Интересно, почистили ли в том месте свалку. Но отсюда вот тот бугор, который был прям завален мусором, его, я смотрю, что разобрали. Возможно, все-таки администрация услышала нас и порядок наводит. Ну вот, и там мужчина работает, то есть тоже делает берег пляжа чище. Ой, мама, как там красиво на горизонте. Сейчас посмотрю. Мне кажется, солнце сейчас прячется за тучи. И все, да, мы последние лучи наблюдаем. Чуть-чуть на закат мы пришли, но тем не менее, благодарим даже и за такое зрелище. Ведь это очень красиво увидеть. Даже вот так вот последние лучи заходящего солнышка. Пока никаких других изменений на пляжах нету. Разобрали вот тот с левой стороны домик, который... А, его не разобрали. Слушайте, там новое что-то делают, а домик перетащили сюда ближе. То есть вот так вот. Здравствуйте. Что там, как море? Спокойно, тихо, красиво. Это самое главное, да? Витязева, привет. От души. Мусор еще есть, валяется. Ну, я рад прям то, что там дюны почистили. Прям, ну, чище, гораздо чище. Я отсюда вижу, какое море классное. Ребятки, как это круто. Жалко, конечно, мы сегодня остались без фееричного заката. Но мы, по крайней мере, успели на последние лучики на горизонте. А это тоже дорогого стоит. А также мы видим, что уже аэрарии выставляют. Вот на центральном пляже с правой стороны появились первые лежаки. То есть все готовится, стучат молотки. Сезон приближается, друзья мои. Скоро будет здесь жара. Жарить будут с ночи до утра на солнце отдыхающих, праздно загорающих, да? Опять вот обидка, то, что новые волны, вроде бы море так смотришь, чистое-чистое. Наверное, оно уже избавилось от всего этого просто мусора, который сейчас лежит на берегу. Но очень много вот этих вот мелких вкраплений валяется. Эх, просто, как я это все не люблю. Как хочется чистого, прекрасного морешка, чтобы вот без всех этих вот моментов. Только прошли уборки, да, и вот опять все на берегу валяется. Но хоть недалеко, по пляже вдоль береговой линии как раз можно идти, машины собирать. И красота. Море нашего, друзья. Обожаю смотреть на детей, как они глядят на море влюбленными глазами и ждут волну. Это дорогого стоит, мои друзья. Вот убрать вот эту некрасоту на берегу, которая из мусора состоит. И все. Чайки кричат, море шумит. Мне еще, очень честно, не хватает дельфинов. Но я знаю, что они все практически в Пицунде сейчас. Им не до нас. Размножаются, влюбляются.
удовольствие получают. В общем, мы их ждем, когда они вернутся обратно. Просто фантастические кадры. Еще такой легкий дымка, туманчик стоит. Просто красота. Влюбленному морю посвящается. Сейчас замерим температурку, узнаем, с каким градусом море у нас волнуется. А вы пока понаслаждайтесь волнами. 12 моря под вечер. Эх, было 13 с утра. Хотелось, чтобы это удовольствие не заканчивалось вообще никогда. А только температура все больше и больше росла. И сейчас идет холодный циклон, поэтому будет все очень печально. В очередной раз начала работать техника. Убирают песок с прохода. Вот. Чего именно, я конкретно не понимаю. Зачем постоянно каждый год делать одно и то же, когда просто можно сделать настил хороший. Ну, допустим, если где-то там что-то плохо, просто подровнять. Ну, вот эти кранами там поднять, убрать. То есть их не надо было здесь оставлять, то есть в дюнах. И просто пологий подъем, пологий спуск. Я уверен, что никому бы это не мешало. Нет, каждый год у нас одно и то же. Копают, копают, роют. Тем более проход к морю, вот видите, где тут по прямой забор. То есть и все, и туда уже. Так, мы и попадаем на улицу Светлую, друзья мои. Я смотрю, что здесь какую-то трубу протащили. Яма там. Это, походу, прокол делали. Слушайте, прямо туда-туда. Интересный вариант. Интересно, это сюда воду сделают или это будет отсос, наоборот, отсюда. Прям вопрос на миллион. Здесь у нас вход в аквапарк. Пока все спит, друзья. Пока вас тут нет и никого. Очередные песочные. Хотя это, может, не мешки с мусором, может, киш песком. И зря я так плохо думаю. Также еще не начали разгораживать трогательный фонтан. Хотя нам этого тоже очень хочется. Ну, каких-то вот, кроме этого прокола, глобальных изменений мы особо не видим. Слушайте, я не знаю, конечно, вот трубы тянут, то есть делают проколы влево, вправо, сюда, то есть, ну, это не похоже на канализационные стоки, скорее всего, либо вода, либо какие-то коммуникации там с электричеством, может, там еще что-то будет разводиться. Вот стоит машинка, которая занимается как раз таки проколами. Если кто знает, что за коммуникация, напишите, пожалуйста. Это прям будет интересно узнать. Ну, а мы двигаемся дальше. Здесь у нас на пересечении с Серебряной раскопка произошла. Я так понимаю, что прокол должен прийти именно в эту яму. То есть вы видите, что все у нас строится на песке. То есть песок и все. То есть никакой тут особой земли нету. Ну и вот, собственно, как выглядит сейчас улица. Аренда помещения, все, кому надо, тут вот можно поискать всякие разные места, где можно в аренду что-то взять. На входе в Бригантину тоже ведутся какие-то работы, и здесь розарий весь прям покрылся зеленью, также отцветают нарциссы. Ну, в принципе, здесь больше никаких изменений нету. Но можно еще сказать, что один из спальных корпусов в Огоньке поднимается уже из земли, и мы видим, что собирают уже перекрытие. Так что в скором времени вылезут еще выше. Все юки уже развязали, то есть они уже в таком виде останутся. Ну, хорошо прижились у нас, прям классно выглядят, и это тоже великолепно создают такой южный колорит. Не пальмы, так юки хотя бы у нас живут. Мне кажется, что это все изменения, которые на Светлой нас ждут. Что-то такое черное, и аромат какой-то не такой. Что ж тут творится, друзья? А здесь, на самом деле, начали, я так понимаю, выгребать ил из канала. И просто поломали все доски, и вот эту часть, вот прямо где мы стоим, прочистили. Сейчас бы вам показать глубину, но не видно. Ил не осел, то есть, ну, там, как я рассказывал, очень-очень глубокий этот канал. Будем, конечно, посмотреть, что там дальше будет и как его будут прочищать, допустим, вон там, где один бетон. Здесь тут они поломали деревяшки, ничего страшного. В ту сторону
тоже пошел. Потому что воды даже сейчас в канале стоит много, это значит, где-то вода упирается. Если бы она проходила на отток, она бы уже в лиман ушла. За прогулочку буду благодарен за вашу подписочку. Не забывайте Яндекс.Дзен, подписаться Юрий Азаровский из Анапы, ВКонтакте группа Юрий Азаровский. И также будем на личной страничке вас ждать. Ну, существуем еще в Рутубе и, конечно, на Ютубе. Всем пока-пока. Любим вас всех, друзья. И до следующей встречи. Это прям вообще отлично.